Смотрите в пятницу 29 декабря в 18:15 на телеканале «Самара ДИС» последний эфир уходящего года программы о животных «Хочу домой». Вы увидите видеовизитки. Двум собакам и одной кошке нужны срочно владельцы. Сделайте себе новогодний подарок. Возьмите собаку или кошку из приюта. Подарите им счастье. Карнавальные костюмы. Предновогодняя собачья тусовка. Всем ли собакам нужны костюмы и обувь? Отвечают их владельцы. И гости в студии Наталья Коробова, главный врач одной из ведущих ветеринарных клиник Самары, кандидат ветеринарных наук и руководитель подрядной организации по отлову животных и директор приюта для собак «Хати» Елена Борисенко. Итоги года и советы ветеринарного врача. Обо всем этом смотрите в программе «Хочу домой» на телеканале «Самара ДИС» в пятницу в 18:15.